На востоке Швейцарии погибли испанские туристы. Четверо мужчин занимались так называемым каньонингом. Это вид спорта, включающий путешествия по каньонам с использованием различных техник передвижения, ходьбы, прыжков, альпинизма и плавания. Как говорят спасатели, мужчины погибли во время разразившейся бури. С четырьмя испанскими мужчинами произошел несчастный случай. К сожалению, троих мы нашли мертвыми после масштабной поисково-спасательной операции. Еще одного продолжаем искать. Две женщины из той же группы спускались другим путем и не пострадали. Погибшие из испанского региона Навара, им от 30 до 48 лет. Женщины из их группы вызвали спасатели, когда мужчины не прибыли вовремя на место встречи. В спасательной операции участвует 100 человек, мешает плохая погода. Из-за погодных условий мы сейчас были вынуждены приостановить поисково-спасательную операцию, как и в предыдущий вечер. Из-за дождя пока не можем продолжать. Место, где погибли туристы, хорошо известно и рекламируется на местных туристических веб-сайтах как интересная локация для каньонинга. Как сообщили в полиции, группа спортсменов вышла на маршрут самостоятельно, то есть это не было официально организованной экскурсией.